Подводные камни, касающиеся Олимпиады, но на ум приходит только то, что террористы могут оживиться и попытаться как-то испортить. А что касается неизмеримых каких-то средств, неоправданных, затраченных на эту Олимпиаду, могу сказать, что действительно у нас в России даже домашний ремонт выходит все равно в 10 раз дороже, чем в любой стране. А мы, восстанавливающие свой имидж, не должны останавливаться ни перед какими затратами, чтобы просто доказать, что мы самые сильные.